Про першочергові плани Володимира Зеленського та його команди поговоримо з нашим гостем Дмитром Разумковим, радником обраного президента. Пане Дмитре, я вас вітаю і дякую, що ви знайшли для нас час, бо ви зараз на розхват, коли не включиш телевізор, завжди ви на якомусь каналі та даєте інтерв'ю. Дякую вам за це. Добрий вечір. Ну, що сьогодні відбулося у Верховній Раді? Оголосили про розпад коаліції. Що це, харакірі? Чи просто намагання зв'язати руки новообраному президенту та йому команді, і таким чином підстраховка від розпуску. Розпуск ще можливий парламенту, як ви вважаєте? Смотрите, я думаю, що на самом деле нічого не произошло. Ситуація глобальна, наприклад, там з вчорашнього числа или з 15-го числа не помінялась. Чому? Коаліції, по моєму глибокому убежденню, і не було. То, що зараз це спробували формалізувати, ну, на самом деле, это, знаете, это как король-то голый, и об этом все знали и все видели. А коалиции не существует фактически с 2016 года. Почему я так говорю? Я постараюсь объяснить. Коалиция – это большинство в Раде. А если мы исходим из того, что в коалицию входят две фракции, это блок Петра Порошенко и Народный фронт, и я, к сожалению, дату сейчас вам не назову, с какого именно дня, там перестало быть 226 народных депутатов. После того, как вышло несколько фракций. Нет, это бы даже позже произошло, если я не ошибаюсь. Но проблема заключается в другом. Не может быть коалиции меньшинства. Коалиция должна работать как большинство, принимать законы и выполнять то кондиционное соглашение, которое было подписано, и взяты, и те обязательства, которые на себя были взяты. В том числе и обязательства, и ответственность, которую коалиция формирует, выдвигая и формируя, извините за тавтологию, правительство. Что у нас произошло? Коалиция перестала существовать, потому что было меньше 226 народных депутатов. Был миллион запросов к Верховной Раде, к секретариату Верховной Раде, к главе Верховной Раде с просьбой о том, чтобы предоставить поименный список коалиции. Ну, это давняя история. И все глядачи прекрасно знают, да, кто цікавиться политикой, что коалиции у нас фактично не было. Но за буквой закону вдастся, да, распустить Верховную Раду? Смотрите, на самом деле ничего не поменялось. То, что сегодня вышел Народный фронт, да, он задекларировал, что он вышел, это продолжение истории того, что уже и так не было. Нельзя выйти оттуда, чего нет. Коалиции не было, выйти из коалиции нельзя. Тут мне найбільше сподобався, до речі, жарт з «Гри престолів». Зараз всі так перекручують, що не може померти те, що вже мертве. Абсолютно вірно. В перший день своєї каденції, як деякі журналісти допускають, президент, новообраний президент, буде видавати указ про розпуск Ради? Смотрите, я думаю, що Володимир Олександрович Зеленський, як президент України, буде пользуватися несколькими вещами, принимая такие решения, если они, конечно, будут им приниматься. Первое – это законы и Конституция Украины, потому что на нарушение закона Зеленский не пойдет. Второе – это целесообразность и эффективность тех или иных органов власти для реализации задач, которые сегодня и вызовов, и решения вызовов, которые стоят перед Украиной. Поэтому сегодня говорить о том, как поступит президент, наверное, рано. Добре, зрадую, ви вже спілкувалися з представниками фракції? Готові чинні депутати йти на співпрацю з Зеленським? Ну, хоча б заради самовиживання. Ми бачили це співпрацю, якщо можна так виразитися, коли Рада голосувала за інаугурацію. Було ряд народних депутатів і фракцій, які прямо, навіть не скриває свої позиції, заявляли в ефірі інших телеканалів, в тому числі, на яких я присутствував, що ми проголосуємо за будь-яку дату, лише б, извините за такое непарламентское выражение, насолить Зеленскому и не поддержать 19 число. Ну, просто показать, кто и кто на районе, как кажется. Это нет, это же не Зеленскому показать. Это показать украинскому государству, это показать украинским гражданам, это показать как минимум 73% граждан, которые отдали свои голоса за Зеленского, и это показать всем жителям Украины. Почему? Потому что все они ждут, когда новый президент вступит в свои конституционные права и обязанности и начнет реализовывать ту политику, с которой он шел на выборы. Зрозуміло. Пане Дмитре, розкажіть, пожалуйста, будь ласка, привідкрити цю завісу, як відбувається передача влади зараз? Чи відбувається вона взагалі? Є взаємодія між командами Зеленського і Порошенка? Да, но она по большому счету глобально, вот если мы говорим, она появилась вот только-только сейчас, после того, как был подписан вчера поздно вечером указ о президента о проведении инаугурации, вот заработала эта машина. До этого, ну скажем так, коммуникация между представителями нашей команды и представителями уходящих политических элит, она была, скажем так, оставляла желать лучшего. Завершится этот процесс в понедельник? Я так разумею, что этот процесс дуже долгий. Нет, этот процесс переходной, он не такой, знаете, что пришли, один папку отдал, второй папку принял. Нет, но я думаю, что это можно было бы все делать и раньше.
раньше. К сожалению, мы слышали декларирование такой позиции, декларативную позицию, но ее реализация оставляла желать лучшего. При всем уважении к нашим коллегам, потому что мы слышали от представителей той же коалиции, если мы опять же ее вспомним, я имею в виду блок Петра Порошенко, о том, что они рассказывали, мы уже в оппозиции. Как вы можете быть в оппозиции, если вы являетесь частью коалиции? То есть иногда доходило это до абсурда, точно так же, как Петр Алексеевич в ночь выборов говорил о том, что он уже в оппозиції. Не може бути діючий поки що президент в оппозиції. Ну, тим не менше, ви говорите, що співпраця розпочалася. Можливо, це той випадок, коли краще вже пізно, ніж ніколи. Продовжуємо розмову з Дмитром Разумковим, радником Володимира Зеленського. Пане Дмитро, Петро Порошенко, ми ще не побачили, один із прикладів, але взагалі ухвалив багато рішень в останні тижні перед своїм уходом з влади, скажімо так. Як Володимир Зеленський оцінює всі ці рішення, особливо кадрові, чи будуть вони переглянуті? Исходом из власти, скажем так. И если мы с вами говорим о этих решениях, то, конечно же, они выглядят, мягко говоря, алогично. Потому что уходящий президент на фоне достаточно низкого уровня поддержки, я понимаю, что 25%, но на самом деле это серьезная просадка по сравнению с тем рейтингом, который был, и тем более, если мы будем сравнивать с рейтингом Владимира Александровича Зеленского, начинает раздавать должности, притом назначая на ключевые и важные позиции. Это 75 судей, это перестановки в национальных агентствах, в комиссиях, расстановка своих людей или близких себе людей на те или иные позиции, в том числе и в дипломатическом корпусе. Раздача орденов, медалей и званий. Притом к многим из так называемых награжденных есть большие вопросы. Например, если мы с вами говорим о офицерах, которые должны были отвечать за сохранность складов, то исходя из того количества страшных, в кавычках, фейерверков, которые Украина наблюдала на протяжении последних лет, я имею в виду различные трагедии, которые происходили на складах, в Калиновке, во многих-многих других, то там не ордена надо раздавать, там другие должны быть подарки, извините за такое сравнение. Если мы с вами говорим об раздаче орденов, медалей сотрудникам администрации президента, мне кажется, что в воюющем государстве есть большее количество людей, которые заслуживают этих наград. И чиновники могли бы обойтись и без них. Да, возможно, есть какие-то у них заслуги, но я думаю, что оценку этому должен давать не президент уходящий, а все-таки, наверное, новоизбранный. Да? По многим таким назначениям слишком большой резонанс и в обществе, і в політикумі, і на міжнародній арені. Не менше буде по кадровим питанням, які вже залежать від новообраного президента. Коли чекати ключових посад, які є у сфері впливу президента? Смотрите, є должності, на які непосредственно може назначати президент, і він, по большому счету, ні з ким не согласовує, або ж согласовує, ну, относительно формально, да? Там, якщо ми говоримо про глав облгосадміністрації, там подання йде із Кабінету міністрів, ну, назначення... Я про процедуру призначення, да. Зрозуміло, що щось залежить від парламенту, щось він своїм прямим указом зробить. Суспільство чекає, знаєте, що насамперед? Прізвище. Прізвище, щоб розуміти, на кого хоче опиратися президент. Я думаю, що це президент. З ким він і як поведе країну далі. І в питаннях війни, і в питаннях економіки, і так далі, і так далі. Я думаю, що більша частина фамілій, то, чому ви говорите, буде озвучена в ближайшем будущем. Но все-таки я бы хотел обратить ваше внимание, что важно то, что может сделать президент непосредственно, он это сделает. То, что зависит в том числе от парламента или во многом в первую очередь от парламента, потому что президент будет готов подавать и генерального прокурора, и министра обороны, и министра иностранных дел сразу в парламент, с учетом того, что ряд чиновников уже сказали, что мы не будем препятствовать, будем уходить в отставку и тому подобное. Ну, а если парламент говорит «ні»? А парламент может говорить «нет». И по питаниям кадровым, и законодательным инициативам первым. Что тоді, смотрите, на самом деле выборы расставят точки, все точки над «и». Украинский избиратель четко поймет, кто болеет за государство, кто хочет поменять эту страну, а кто беспокоится за свой рейтинг и за свое политическое будущее. Если парламент не будет голосовать за те кадровые назначения, которые будет предлагать Зеленский, я думаю, что они будут абсолютно адекватны, за те законодательные инициативы, которые не несут каких-то преференций действующему новому президенту, вернее, фактически, который будет уже действующим с понедельника, а они помогают, во-первых, выполнить тому же парламенту те обещания, которые давались в 2014 году. Например, неприкосновенность депутатов, неприкосновенность президента, снятие неприкосновенности
невиновности судей, импичмент, отзыв народного депутата, закон о народовладии и многие-многие другие вещи, которые необходимо имплементировать. Это запрос общества, и это даст возможность реально быстрее бороться с коррупцией. Много инициатив будет подано президентом. Насколько парламент будет готов поддерживать эту позицию, мы посмотрим. Глядя на то, как ведет себя парламент в последние дни, я, если честно, очень сомневаюсь, что они про на это пойдут. Про запити суспільства, до речі, я буду говорити от прямо зараз. Ви можете послухати, якщо вам це цікаво. Я думаю, ця інформація вам буде корисна, якщо ви її ще не чули. Поки я вам дякую за цю розмову. Дмитро Разумков, радник президента, новообраного президента України, був моїм гостем.